отличная игра, сами видели, плей-офф накал. Только нам только нравятся такие игры, продолжаем, еще бой не проигран. Концовка получилась такой эмоциональной, напряженной, как ее прокомментируешь? Как, как говорится, проиграли игру, но не проиграли бой и не проиграли душой, самое главное. Мы в игре, мы продолжим биться и будем работать на победу, у нас других вариантов нет. Гоните вопрос. Можете прокомментировать этот эпизод, ваше столкновение с вратарем, удаление? Ну, коньки маленечко ушли. Я никогда такой фигней не занимаюсь, чтобы специально вратаря сбивать. Просто на улитке у меня ушли коньки, и так получилось. Вы третий период практически не играли, но потом выпустили впервые Скорикова. У вас тренеры сказали, надо дать бой сопернику. Ну да, чтобы как бы они уже не рано не радовались, потому что, еще раз говорю, мы едем и только на победу будем играть. Четвертая игра была, пятая игра будет такая же, с драками, с такой же целой борьбой. Ну кто знает, какая пятая игра будет. Будет война, наверное.